Наступил август, и уже по сложившейся за последние 3 года традиции я провожу свой отпуск на велосипеде. Из-за известных всем событий и связанными с этим мероприятиями, мною было принято решение продвигаться через северную часть Германии, свободные от маскотерапии скандинавские страны, а именно в Данию, а затем переехав из Копенгагена через Эресунский мост в Швецию в город Мальмё и дальше по побережью до Гётеборга. К сожалению, по какой-то странной причине большая часть видео, которое я снимал по дороге, магическим образом исчезла, и мне пришлось выкручиваться сделанными мной на пути фотографиями. Это церковь Святого Николая. Вот здесь есть панорамный лифт, на котором можно подняться наверх. Но в связи с короной стоит 5 евро. Но в связи с короной оно не работает ничего. Thank you.
О, вот она Эдика. Туда я и пошел. Да, публика, конечно, тут разношерстная, прикольно. Выехал в 9:30. Сразу приятная дорога идет вниз. Направляюсь в сторону Любика. Навигатор говорит 65 километров. Ну, значит, где-то 70. Все, вперед. Перед отъездом сейчас поговорил с хозяином. Он мне сказал, что если вы остаетесь в нашем отеле, то тест нужно сделать раз в 3 дня. А если вы уходите из нашего отеля и переходите в другой отель, в Гамбург, то вам нужно делать тест, значит, каждые 24 часа. То есть, вот получается, если ты живешь в одном месте, то ты как бы теоретически ты не заразный в течение 3 дней. А если ты переходишь в другой отель, то ты должен делать каждый день тест. Вот такая вот интересная петрушка получается.